И в День знаний энергетики напомнили школьникам о правилах безопасности. Сегодня первоклашкам сотрудники Красноярскэнерго вместе с роботом «Электрёнком» рассказали, как нужно себя вести, если они увидели линию электропередачи или открытую трансформаторную подстанцию на улице. Такие уроки по профилактике детского электротравматизма к началу учебного года проходят по всему краю. Занятия проводят даже на каникулах и городских праздниках. Специалисты уверены, что ребят нужно с самых малых лет приучать заботиться о себе, и такие мероприятия помогут предотвратить несчастные случаи. Специалисты Красноярскэнерго напоминают, если вы увидели брошенную или открытую подстанцию, позвоните по телефону горячей линии. Ее номер вы сейчас видите на своих экранах. Маленьких деток мы в первую очередь учим безопасности жизнедеятельности. То, что помогает ребенку самому в первую очередь оградить себя от каких-то ситуаций жизненных, которые представляют опасность, могут нести в себе какую-то угрозу. Мы учим детей эти опасности хотя бы распознавать и знать, как себя нужно вести. У нас была такая легкая викторина, чтобы дети могли усвоить электричество, что это такое, что с ним может быть связано. В такой доступной форме, маленько игровой, мы с ними побеседовали, я думаю, они усвоили. Мы понимаем, что это, в принципе, для их возраста какими-то словами, терминами будет уже тяжело запомнить, поэтому это все в доступном бытовом языке рассказывается.